Владимир Васильев призвал навести порядок в сфере пассажироперевозок. Такое обращение глава сделал в рамках еженедельного рабочего совещания, обозначив при этом недопустимость нарушения определенных правил. Как относиться к тем, кто вот баламутит мозги людей, что можно ездить на газелях без срока, без технического осмотра? Водитель, который тоже никакой осмотр не проходил и не проверялся никоим образом. Без всякой ответственности за перевозки. Понимаете? Мы с этим, безусловно, будем наводить порядок. Глава республики напомнил, что в законодательстве предусмотрена ответственность за нелегальную перевозку пассажиров. Подчеркнул, что в договоре должна быть прописана ответственность сторон за безопасность людей. Там, кстати, есть статья, если я правильно помню, так? Адушин Николаевич, вот по поводу этого извоза незаконно. Существует ответственность. Мы пока ведем диалог, понимание. Но мы вынуждены будем наводить порядок, потому что люди должны ездить в условиях надлежащей безопасности. Договор перевозки должен быть ответственным для перевозчика. В случае ущерба мы должны получать, человек должен получать компенсацию. Понимаете, да? Это так вот должно быть цивилизовано. Также он затронул тему пополнения бюджета и налоговых отчислений. По его словам, сегодня все, кто работает вне правового поля, привлекаются к уголовной ответственности. Мне напоминают некоторые, кто организует вот эти протестные акции, ситуацию, когда, помните, там Анастасов начинал наводить порядок и уволил 80 контролеров, которые вышли, значит, на стачку, чтобы их народ поддержал. Но потом все опять стало, как было, а вот сейчас вы видите, что происходит. Все привлекаются к уголовной ответственности, те, кто системно и организованно воровал газ.